Всем привет! Привет! Вы на канале «Лето для вас». Сейчас мы хотим сходить на рынок в Паттайе, посмотреть, какие тут растения продают, купить домой сюда растения, бонзай, какое-нибудь дерево такое красивое купить. Ну, в общем, посмотрим, что тут продают. Таня, мы с тобой решили купить бонзай. Давай выберем какой-нибудь. Вы что, в Бангкоке хотели? Что, в Бангкоке хотели, да. Но сейчас мы в Паттайе, вот зашли, где много всяких растений, и вот такие вот бонзаи. Вот. Красивые деревья карликовые, японские такие. Тут даже вон есть это, типа скалы такие, кувшин, попугай сидит. И какие-то два цыпленка. Есть вот такое. Какой выберешь? Я... знаю. Смотри, этот покривее, этот попушистее. Ну, вот этот, да? Который попушистее. Ага. Ну все тогда. Берем. Есть еще вот разные. Ну, нам понравился вот этот. Возьмем, я буду ухаживать за ним, поливать. Сам? Сам. Ко мне только не приставай, чтобы я поливала. Не, ну когда я на тренировке, ты должна следить за ним. Я же не буду его на тренировку брать, не буду. Ладно, давай возьмем, только спроси. А где продавцы-то? Они разошлись, говорит, бери, что хочешь. Вы же из России, у вас же бонзай, нет? Все, ну, вот такой. Ну, все. Такой вот. Хорошенький. Собачки маленькие. Деревья маленькие, собачки маленькие. Деревья маленькие, собачки маленькие. Да, не вторая была. Вторая. Не знаю, хозяйка убежала. Магазинчик. Вот, пришли мы с рынка, принесли бонзай наш, купили. Еще в Бангкоке я приметил бонзай, но оттуда туда-сюда возить как-то не очень. Он, потому что капризное растение. Так, вроде бы это. Что, поможете? Да. Сохранности принесли. Нормально, не облетели листья. Ну тут что-то один где-то валялся, я видел. Вот это, сейчас мы тарелочку вот поставить, ничего не... потому что вода из него вытекает. А вот тут маленькая дыра, ага. Что, продавщица полила его, да? Ну да. Хорошенько полила. Почва мокрая, она говорит, продавщица, что это? Два раза в день надо поливать, я спросил. Что-то как-то я не знаю, неужели он столько пьет? Ну, в общем, ухаживать за ним очень трудно. Я предварительно почитал про них, про бонзай. Что это там? Пересаживать надо там весной, что-то к лету там. Сейчас уже не помню подробности, но очень прямо следить за ним, как за ребенком надо. Не любит сквозняков. Солнце, если на солнце будет стоять, я не знаю даже куда поставить его. Да, наверное, под телевизор, что ли? Сюда под телевизор, наверное, поставлю. Ага, давай, это как раз. Ну, пока потом посмотрим. Но тут солнце, во-первых, не будет падать. Не знаю, как мы его домой довезем. На таможне сказали, что... ну, эта таможня тайская нормально, а там, где в Новосибирске мы выйдем, что вот нельзя провозить землю. Растение можно, а землю вот как вот? Вытащить из земли его, что ли? Как его провозить? Непонятно. Ну, могут и не заметить. Если заметят, то заметят. Ну, если он доживет, конечно, пока мы поедем. Потому что ухаживать за ним очень сложно.
Ну, если он начнет погибать, начнутся листья падать. Ну, я не знаю, просто вот как она говорит, два раза продавец говорит, два раза поливать, мне кажется, это очень круто и очень сыро будет ему. Ну, потрогай, видишь, как мокро, я не знаю. Ну, попробуем. Будем выживить, Все, короче, это, как получится. Мы сейчас корзиночку купим для это, фруктов. Да, но если выживет, то постараемся провести его, и тут уже, опять же, как таможня. Если нормально, то если скажут выбросить, ну, придется выбросить, а что делать? Нет, не выбросим, землю вытряхнем. Ну да, можно вытряхнуть, пожалуйста, и провести, если он не погибнет, опять же. Привезти домой, там уже без земли, как-то мокрую тряпку, что ли. Кстати, и так можно, да. Ну, а землю, наверное, нельзя, потому что боятся, что там всякие там жучки, какие-нибудь личинки вдруг приедут вместе с землей. Что-нибудь такое, зараза какая-нибудь начнется на почву. Ну, в общем, в этом духе все. Вот, ну это вот все, что касается растения. Бонзай я как бы вообще хотел. Бывают всякие разные бонзай, сорта у них, кстати, и были разные там у продавца. Это вот, где мы купили вот этот вот. Ну, вот этот более-менее такой интересный. Кстати, бонзай, я вот посмотрел их видео и картинки. Самые прикольные ценятся, когда очень низкая горшочек, когда очень маленький. То есть корни там прямо вот на дне, допустим. Очень узкий горшок, тогда это вообще крутой бонзай. И большой это ствол, толстый ствол и много листьев. Тогда это считается круто. Ну, это годами надо так выращивать, целая наука, короче. А у нас еще вон бонзай, я покажу. Да, у нас еще есть один бонзай. Что мне в нем нравится, что его поливать не надо. И он вот такого размера, и не постригать ничего, потому что тебе надо постригать, ухаживать, все. А этот вот стоит, ничего не опадает, провози, не провози, хоть что делать. Ну, это у нас здесь, на квартире. Да. Ну вот, ну посмотрим, короче, попробуем его вырастить. Такая вот целая серия получилась про этот бонзай. Ну а на этом всем пока. До следующих встреч. С вами было «Лето для вас».